Тверской области отремонтируют около 45 километров дороги Тверь-Ржев. Предполагаемый объем средств на эти цели около 560 миллионов рублей. Глава региона подчеркнул, это важное направление для жителей Твери, Калининского, Старицкого, Ржевского районов. Дорога является одним из подъездов к строящемуся в настоящее время Ржевскому мемориалу советскому солдату. Главой региона поставлены задачи по организации комфортных подъездов к мемориалу, созданию инфраструктуры возле комплекса, благоустройству территории у памятника.